Ну, очень тяжелая игра. Две команды, я считаю, показали для такой погоды неплохой футбол. Атакующий с обилием моментов. То есть игра могла развернуться как в одну сторону, так и во вторую. Могла закончиться с большим преимуществом как для одной команды, для второй. Очень хорошо, что все для нас так закончилось. То есть, ну, здесь просто ребята молодцы, проявили супер волевые качества. Я говорю, по такой жаре было очень тяжело им. Но несмотря на то, что мы начали с 0-2, не остановились, продолжали, в принципе, считаю, заслуженно выиграли. Как по-вашему, за счет чего, что позволило добиться волевой победы сегодня? Во многом только характер, либо... Ну, они показали, что у них есть характер. Просто почаще его доставать нужно. А так, в принципе, эта игра давалась. Там были какие-то нюансы. Мы там, скажем так, недостаточно быстро разворачивали игру. Но во втором тайме игра, как бы, если в первом игра была более такая обоюдоострая, во втором, наверное, сказалась жара. Но все-таки в конце, наверное, сказалась более лучшая наша физическая готовность. Но опять-таки можно понять, что команда Ислач приехала в день игры, наверное, им было тяжелее. Если сравнивать первый тайм, второй, какой вам запомнился больше? Ну, я говорю, первый тайм был более динамичный в плане, да и по счету было видно, что закончится 2-2. Второй тайм, я говорю, здесь уже наложил отпечаток погода, и все-таки уже более такой академичный футбол был, хотя я не могу сказать, что скорости во втором тайме намного уступали первому. А так я не могу разделить первый, второй тайм, в принципе, оба было хороших. Да, хотелось бы меньше пропускать в обороне моментов возле своих ворот. Плюс очень много стандартов мы сопернику дали, а имея такого исполнителя, как Иванов, конечно, неприятно было нам во время угловых, штрафных. Да, твои впечатления. Your impressions of the game. Speak about Okay. your impressions. Early in the game, when we were not concentrated enough and we gave too much chances to the opponent and they scored two early goals, and we rearranged and better communication, and since we get balance, we try to at least get one goal. And the second half, we have more rhythm and more control of the game, and we finally scored and get the victory. Насколько тяжело было по такой жаре, в таких погодных условиях играть сегодня? Well, for me, it's normal weather. It's normal weather, but for some of my teammates, it's very difficult for them because it's very hot. But along the game, they could get used to it and just try to manage because just for 90 minutes. So it's overall, it's good. It's not bad. Yeah. Мы пропустили первые два мяча. Как думаешь, с чем это связано? In the beginning of the game, we try to create chances, but we lack concentration in the 18. So we just know that we have to keep creating more chances, and we know eventually if we create enough chances, we'll get goals, and that's what happened. We create more chances, and finally the goals they start to come, and we score. So this is it. Что тренер впервые сказал? Well, at the break, he told us to be calm and not worry that we concede two goals. We just have to be calm and try to play normal and not panic. So this is what we do. We became more calm and don't panic and just play normal game and we follow the plan. I understand little Russian, so when he gives instruction, I can understand. But if there are parts I don't understand, I have one or two players who understand English, so we just communicate and they help me. Sometimes Shevchenko translate, and Nikita also speaks English and translate. We try to communicate, and the coach also speak little English, so. We can communicate with my little Russian and his little English. Communication is It good. goes all right. Yes. I'm doubling this своей игрой сегодня. Are you satisfied with your game today? Yes, I think I'm a forward player. It's always interesting for me to score and try to help the team win. But overall, it's not about me. It's about the team, the victory. So if I play and we win,
this is more important for me. But overall, I think I had a good game because I'm happy that we win. So maybe goal might come next game. So for now, I'm just happy we have victory. So that's it.